Ладно, все, еще раз. Так, вот теперь, надеюсь, нас видно лучше. Я загрузил на YouTube, говорил, пару видео, о которых идет рассказ о нашей текущей ситуации. А сейчас наша инициативная группа, которая выросла еще на одного человека, благодаря Твиттеру и так далее, отправляется на новый Арбат 36, где сидит Горбенко, который занимается голосованием публичных мероприятий, и Майоров, который занимается взаимодействием со сотрудниками правоохранительных органов. Это все ребята из мэрии Москвы, с которой сейчас у нас происходит попытка хотя бы добиться переговоров. А я напомню, что уже три активиста на Арбате сейчас объявили голодовку. Один из них это Владимир Малышев, который сейчас движется с нами и, в принципе, принимает наиболее активное участие в этих попытках организовать переговоры. Мы сейчас требуем не, собственно, как можно... Добиваемся встречи с нужными чиновниками. Это, в первую очередь, Горбенко и Майоров. А именно эти люди должны решать вопрос об организации лагеря. Нам нужно организовать лагерь где-то в пределах, видимо, Садового кольца. Нам нужно поставить там палатки, чтобы нам не мешали жить и не мешали выражать свой протест, свой гражданский протест. Официально у Горбенко встреча раз в квартал, поэтому мы добиваемся внеочередной встречи с ним. Понятно. Вот, надо отметить, что большая часть инициативной группы, это, так сказать, ее две трети, это коренные москвичи, я так понимаю. Нет. Ну, мы с тобой, да. Нет. Мы? Вот мы двое, все. Виталия тоже нет. А, Виталий, да, точно. И Виталий тут здесь нет? Владимир из Питера. Да. Вот, так или иначе, москвичей достаточное количество, чтобы выражать, так сказать, определенное мнение. Я думаю, у всех есть мнение, что нам необходимо как можно более, как бы это объяснить, что нам более чем необходимо сейчас прекратить политические репрессии в отношении гражданских активистов, в отношении активистов лагеря «Окупай Арбат». Вообще, в отношении движения «Окупай» нам необходимо создать полноценный гражданский лагерь, и сейчас я думаю, что действительно, если это события не будут развиваться в нашу пользу, если нам не пойдут навстречу, то голодовка, которая сейчас участвует три активиста, продолжится и даже расширится. Итак, следующее включение или запись видео ожидайте с Арбата. Но у Арбат 36, где находится это подразделение мэрии, которое занимается нашим вопросом. Оставайтесь с нами.